Всем привет! С вами снова Талион, воитель. Нахожусь я сейчас в Минас Итили, который осажден. Это вторая серия моего прохождения игры Средиземье Тени Войны. Ну что же, мне удалось убить нескольких вражеских капитанов здесь, в Минас Итили, улучшить свое обмундирование, поднять немного свой уровень. Палантир, к сожалению, пока найти не удалось. Я сейчас нахожусь в такой вот пещере, где расположена Итильдиновая дверь. И чтобы ее открыть, мне нужно было отыскать 6 осколков, что я благополучно и сделал. Все осколки я нашел. Пришлось сражаться с орками, их предводителями. Все осколки я нашел, и теперь мне можно восстановить надпись на этой двери и тем самым открыть ее. Что ждет меня за этой дверью, пока не знаю. В Мордоре мрачном жилище, наверное, теней. Выше знамена, и шаг наш быстрей. Праведным пламенем гнева ведомы, бьемся за край, что когда-то был домом. Кто бросит вызов нам, глуп или смел, тот, кто себя обрекает на смерть. Это что-то наподобие сокровищницы. И здесь какой-то доспех. Легендарное оружие, ребята, я нашел. Самое мощное снаряжение в Мордоре. Особые свойства легендарного предмета становятся активны сразу же. Да, легендарный доспех. Доспехи светлого властелина. Увеличивать максимальное здоровье. Ну вот что здесь находилось. Вот такие вот доспехи. Так, задача у меня осталась прежней. Необходимо отыскать палантир, пока город не пал. Один из 7 камней, которые зовутся палантирами, когда-то были привезены из Нуменора, который канул в пучину морскую, что было во времена Второй Эпохи, много тысяч лет назад. Так, давайте попробуем здесь залезть.
Один из этих всевидящих камней находится здесь. С помощью этого самого всевидящего камня можно видеть то, что расположено далеко за его пределами. Так, нужно осмотреть какой-то зал и найти там тот самый палантир. Так, вон там вход. Талион урона не получает, с какой бы высоты он ни спрыгивал. Вот этот самый зал. Видящий камень. No time. We can only take the most value. We're taking everything. Sacrifices must be made. We'll not sacrifice our past to fear. Hold it. Who are you? Baronor, this is the ranger I was telling you about. You've spilled much blood for me to see you. We don't even know your name. Talion. Gondor thanks you, Talion. But we need all warriors at the gate. Well, the Uruks seek the Palantir, and they will not stop until it is theirs. Where is it? My father has hidden it. There's nothing safe, hidden or otherwise. The Uruks will tear this city apart to find it. These are desperate times. But we will not surrender, and we will not fall. We cannot. Защищать ворота. Вот оно что. Стреляют вражеские катапульты. А здесь уже орки. Следовать за Эдриль. Бежим. Продолжают обстреливать катапульты вражеские. Бежим за Эдриль. Главное не попасться под эти самые обстрелы. А, вон кто стреляет, похоже, да? Или нет? Осадные звери. Это, похоже, тролли, на спинах которых вот такие вот. We must commandeer one of the siege beasts. This should prove interesting. Так, давайте по уязвимым точкам. Где у него уязвимая точка?
Так, стрелы тут есть. Будем подбирать. Осталось только выяснить, где у него вот эти самые уязвимые точки. Ага. Первая. Это вторая. Так, теперь я могу его оседлать. Давайте попробуем. Стрелы подберем заодно. Ага, вон и урки бегут. Что, будем обстреливать? Есть, хорошо. Так, ох ты, они вон уже где. Слушайте, слишком быстро бегут. Слишком быстро вы бежите, ребят. Вон их где больше всего. Не туда стреляю. Да как не туда-то? Они уже просто пробежали. Куда стрелять-то мне надо? Слишком быстро бегут. Еще один. Осадный зверь. Давайте его. Есть. Так, продолжаем орков долбать. Вон их там внизу, как муравьев. Да, действительно, грозное орудие. Теперь нужно... этого парня уничтожить. Так, открылся новый навык. Так, дали 45 секунд на то, чтобы добраться до другого зверя. Бежим. Ну, на орков внимания не обращаем. Так, что-то мне подсказывает, что с первого раза-то я не успею, ребята. Кувыркается, конечно, Талион здорово, но... далековато. Не успел я, ребят. Ну, радует, что хоть переигрывать не придется. Ладно, не успели, так не успели. Так, выводим его. Всё. More attackers. These hordes are endless. Sauron's armies have grown massively. A conventional victory against him will not be possible. We must secure the Palantir. Уничтожаем штурмующие войска.
Вон они бегут, поросята. Так, вот этих еще нужно завалить, да? Двоих. Так, и вон там он еще один. Все, готово. Push them back. For now. Another attack will surely follow. We should return to the upper city, check on Idril and the others. Not enough for them to destroy us. It was to wipe away our history. At least they don't have the seeing stone. The gates are holding. These relics were my life. My father was right. We must salvage what we can and leave. You have a valuable weapon. The Seeing Stone gives you sight over your enemy. Use it. It is too dangerous. The Palantir is poison to men. None can withstand its influence. I can. Men before you have thought the same. And if I'm wrong, I will fail as they have failed. But if I'm right, we win this war. Then I will find my father and speak to him. She will hold you to your oath, Ranger. Задание «Видящий камень» найдено. Хотя Палантир все-таки мы пока не нашли. You put a lot of trust in her. Артефакты первой эпохи, созданные эльфами Валинора в первую эпоху, палантиры позволяли своим владельцам переговариваться на огромном расстоянии. Заглянув в темный хрусталь палантира, можно увидеть, что находится рядом с другим палантиром, и мысленно общаться с тем, кто в него смотрит. Сильный маг даже может подчинить через палантир более слабый разум. Большинство палантиров сгинуло во времена второй эпохи, но некоторые уцелели. Среди них камни Минас Итиля и Изенгарда. Ну, как я сказал, Лендил привез из Нуменора в Средиземье 7 таких камней, и один из таких камней хранился в Минас Итиле. И вот он сейчас утерян. Нам нужно его отыскать. Талион хочет посмотреть в него. Открыта новая область. Цитадель тьмы. Кирит Унгол. Цитадель, ребята, 80 уровня. А... Талион, напоминаю, сейчас всего лишь 7. Задание Шеллоп. Пока палантир недосягаем, но, возможно, видение Шеллоп укажут мне путь. Здесь вот подразделено на задание, вот основная сюжетная линия, и вот сейчас у меня открылось задание Шеллоп, нож во тьме. Задание доступно в области Кирит Унгол. Армии Кирит Унгола собирают силы для решающего штурма Минас Итиля. У Шеллоп
есть сведения, которые помогут вам найти и устранить командиров армии орков. Вернитесь к ней и подорвите силы армии Саурона изнутри. Те, кто не смотрел первую серию, скажу, что вот эта самая Шеллоп, женщина, которой мне пришлось отдать кольцо, которое было у Талиана, ради освобождения призрака Келебримбора, который после вселился в тело Талиана, и мы сейчас одно целое. Вывести заставы, чтобы ослабить его армию. Давайте посмотрим на карту. Новая область. Я нахожусь в самом ее начале. Ну, здесь тоже масса заданий. Выманить командира заставы. Вражеский капитан уничтожить. Много-много здесь новых заданий. И опять-таки нужно будет посетить Хедиры, дабы открыть все скрытые места в этой области. Ну и получить очки навыка, конечно же. Так, ну что же. Отправляемся к точке, где меня ждет что-то интересное. Задание от Шеллоп. Так, а вот и бежит уже вражеский орк. Давайте посмотрим крепость Тиритунгл. Твердыня тьмы, уже 125 уровень. Смотрите, сколько много вражеских капитанов охраняют эту цитадель. Во главе стоит... Ну, не знаю, кто стоит во главе, пока открыть его не могу. А вражеских капитанов здесь море, ребята, море. Ну вот, например, Тугок Взыскательный. Вот такой вот страшный орк. Фатально уязвим для атак скрытого типа. Так, до места назначения 1000 футов. Ух ты, новый тип врагов. Грауги, массивные звери, которых так просто не убить. Когда грауг рычит, стреляйте ему в голову усиленным выстрелом, и вы его оглушите. Так лучше, наверное, и вообще ему на глаза не попадаться, этому чудищу. Идеально, конечно, было бы вообще все стороной это обойти, дабы не вступать в потасовки. Так, а давайте попробуем залезть наверх. Ух ты, Хоглик-рассекатель глоток. Дикарь. Дикари обычно блокируют лобовые атаки и всегда контратакуют. Оглушите их нажатием Е, прежде чем нападать. Либо атакуйте со спины. Ну что, давайте сразимся с этим парнем. Так, а что? Как ты себя поведешь, если мы будем тебя атаковать стрелами? У него два топора. Но он на два уровня-то повыше моего. Стрелы закончились. Отступление. Да, быстро ты сдался, парень. Так, как бы тебя... Как бы тебя сбросить-то с этой скалы? Оглушить надо. А вот теперь бьем. I can run all day. I'm great at running.
Да блин, не достает с этих камней дурацких. Ты бы тоже, уродец, лез отсюда. Стоит на этом камне. Ну вот он, решающий удар. Хоглик, рассекатель глоток, повержен. Падай вниз. Ага, кинжал следопыта взяли. Очень даже весело. Очень хорошо. Забираем. Он меня отвлек. Поставленные задачи, мне нужно идти вперед, а тут еще этот Граук ходит где-то. Не хочу ему попадаться на глаза. Так, а наверху Хадир, давайте-ка мы захватим этот. Это око. И заодно осмотримся вокруг. Вот он. Так, что здесь есть? 2, 3, 1. Давайте смотреть. Что отсюда видно? Так, здесь расположено что-то интересное. Гондорский артефакт, отлично. Обязательно наведаемся туда и заберем его. Кстати, тут недалеко. Что еще тут есть? Могильник. Тоже сходим. А здесь рядышком что? Итильдин. Один. Две штуки нужно Итильдина, чтобы дверь открыть. Так, и второй еще нужно найти. Гористая местность, горы кругом. Еще один гондорский артефакт. Отлично. Итильдин. Это вот крепость Киритунгол, ребята, на ваших глазах. Которая охраняет полчища орков во главе с их командирами. Еще один гондорский артефакт. Так, ну что же, все эти пункты обязательны к посещению. И артефакты будем забирать, и два Итильдина тоже нужно посетить. Еще два Хадира в этой области. Да, вот она, крепость Киритунгул, ребята. Но пока мне туда суваться нежелательно. Так, ну что, продвигаемся дальше. Так, вон ходит орк. Тоже буду просить этого мерзавца. Можно убить, он с арбалетом. Ну, поворачивайся и уходи. Поворачивайся и уходи. Эльфийских стрел у меня нет. Он не уходит, ребята. Все уходит. Давайте-ка. Со спины зайдем. Ну давайте еще один неизвестный капитан. Зугор дружелюбный, 8 уровня парень. Дружелюбный. Фатально болезненный. Будем мочить, если попадется. Так,
Половину расстояния мы уже прошли. Блин, эльфийских стрел нет у меня. Заметил меня уже тот уродец. Вот так вот. Тихонько крадемся. Тут еще один червяк, у которого можно получить сведения. Вот он. Совсем рядышком. Он меня засек. Он меня засек. И убегать начал, урод. Так, ребята, куда мне нужно идти? А может быть наверх залезем, вот по этой лестнице? Осталось 300 футов, совсем чуть-чуть. Надеюсь, я правильно иду. Нет, ребята, неправильно. Мне нужно обходить вот туда вот. А, кстати, там еще один хайдир. Мне бы, конечно, тоже его осмотреть. Так, здесь орки. Но мы сейчас попробуем прокрасться незаметно, чтобы они нас... меня не увидели. Вот так вот. Так, наверху какое-то задание. Ладно, пока мы его брать не будем. Так, ух ты, как тут все серьезно. Стрел-то у меня нету, блин. Стрелы я не взял. Так, вот этот меня увидит, интересно, со щитом. Блин, походу он меня заметил, ребята. А может и нет. Не, вроде пока нормально. Застава Гашгуми Кодум. Ну, я почти дошел до точки. Разбираться с орками будем позднее. Пока задание «Нож во тьме». Гули. Матроны. Поодиночке слабы, но когда их много, могут быть смертельно опасны. Брызжут на врагов ядом. Да, ребят, их тут много. Отравление на мне. Гули готовы. Да, здоровье будет уменьшаться. Но нам нужно выполнить задание сегодня «Нож во тьме». Палантир пока не досягаем, но видение Шелоп укажут мне путь. Начинаем. Новый враг, Олок Хаи, боевой тролль. Крепкие бойцы с мощными атаками. Перепрыгнуть их не удастся, но я могу избежать урона, нажимая, ну то есть уклоняться, проскользнуть между ног. Можно попытаться. Можно оглушить усиленным выстрелом в голову или своевременной контратакой. На оглушенного Олога можно обрушить град ударов. Так, можно сесть верхом. Так, ну что же, какая тактика борьбы с боевым троллем? Попытаемся оглушить контратакой, раз. На оглушенного залезем ему на бошку и будем сверху его метелить в спину. Давайте попробуем такую тактику борьбы с боевым этим самым троллем. Вот он бежит на меня.
своим молотом махает. На голову залезли? Нет, не залезли. Сперва нужно его оглушить. Так. Оглушаем мы его контратакой, да? А, можно еще его вот так вот оглушить, наверное. Опа, увернулись. Мощные атаки. Вот так вот между ног проскальзываем. Так, он оглушен. Залазим верхом. Верхом залазим. На спину. И в спину его лупим. В спину, в спину, в спину. На. Получай, живучее создание. Почему ты не умираешь? Здоровья много. Давайте еще разочек это провернем. Сперва оглушить. Между ног. Между ног. Оглушили. Залазим верхом. Верхом. И в спину. В спину. Бьем. А, вон у него где здоровье показано. В левом нижнем углу, ребята. Так, можно Гули позвать, да? Ну что, будем Гули звать, чтобы они отравили этого. Бежит, бежит на меня. Бежит, убегаем. Казнь. Вот она, казнь. Нет, не прошла казнь. Слушайте, сильный напарник, сильный. Между ног, оглушение. Верхом. Нет, не получилось. Нет, не получилось. Уворачиваемся. Оглушение. Верхом. Верхом. Или все, он повержен? Да, ребят, я его победил. Узнаете? Голем. And why would you save me? I wasn't talking to you, stupid ranger. He is working for the spider. No, no. The dark mistress watches over Golem. Golem watches over Bright Master. Bright Master kills the dark. And the spider pulls the strings. We share a common enemy in Sauron. And you can't always choose your allies. Lead on. Come, Bright Master. Следовать за Голлумом. Он покажет нам тайный путь. Ну что же, как в будущем, когда-то он будет вести маленьких хафлингов, Фродо и Сэма, хоббитов из Шира. Так сейчас Голлум ведет Талиона. Like how you tried to crush my head with a rock the last time I saw you. But we didn't. Хотел меня разубить камнем, но нет, не убил же. Загладил свою вину. That is yet to be seen. Именно так, это мы еще увидим. Какую пользу ты принесешь сейчас? Следуем за Голлумом. Но здесь пока никого нет, можно бежать. Тихо. Главное не попадаться на глаза злобным тварям. Прислужникам Саурона. Все это мне очень нравится, ребята. Как большой поклонник творчества Толкина. Я обожаю путешествовать в Средиземье. Какая-то пещера. Мы очень близко. Вот это шелоп. И кольцо, которое я ей отдал. Return what you have stolen. Silence, Ringmaker. You forget yourself. Это Келебримбор. You beg me to have it. And what of you, Talion? I am here for Minas Ethel. You seek to save it.
even though it may already be lost. There must be a way. There is truth in your vision. Grant me another. To what end? For knowledge? To dominate? Oh, you don't have to tell me. Here is your truth. You want to move up the ranks, you got to kill. You want to get noticed, kill a pink skin. The bigger the target, the higher you rise. Idril. She dies. Many will pass before Sauron is defeated. This knowledge can guide our hand. If we kill this assassin, perhaps this future will not come to pass. She can be saved. She will live or die with honor, and it will not shift the tide of war. It is Castamir who must be protected. If he falls victim to this assassin, we will lose the Palantir. Who you found him, precious? For the Bright Lord. We go to Kirith Angor. Yes, we'll find the nasty assassin. The assassin must be stopped. Gollum, you know where to find him? Yes, we recognized his curved blade. Ну вот видение Шеллоп. Показали, что некий ассасин был послан для того, чтобы убить Идриль, ту самую молодую воительницу из Мина Светилия, которая помогла нам убить первого капитана орков. Теперь нам нужно найти телохранителей и убить этого ассасина. Я думаю, ребята, битва будет непростой. Идем за Голлумом. Хорошо, что он мне помогает. Друг друга лупят орки. Злобные создания. Гнездо моргайских мух. Вон они. Смотрите, что происходит. See, I'm not afraid, which is more than I can say for our fearless captain. Встали под гнездо. No, more guy flies. Save me. На! Не боишься. Ух ты, меня засекли, ребята. Блин, я выстрелил в это самое гнездо мух, но... Так, давайте вот здесь прячемся в кустах. Но орки стояли не под этим гнездом, и гнездо упало впустую. Блин. Смотрите, там еще вот эти варги, или как они, создания... Они грызут. Грызут уруков, смотрите, 3 из 4. Слушайте, я, похоже, правильно сделал, что выстрелил в это гнездо. Один урок остался, сейчас он сдохнет. Его загрызут вот эти создания. Они в клетках были. Все, Готовы. Голлум тоже видит видение Шеллоп. Нам нужно убрать первого телохранителя. Вот эти собаки. Желательно не попадаться им на глаза.
nearby. We're sure of it. Так, один из телохранителей здесь, а где? Нужно найти его. Так, вон там какие-то орки. Но это не они. Вот он. Вот это вот он. А почему он валяется? Only a Morgul blade could have caused these wounds. We're on the right track. Моргульским клинком был убит. We'll need to move faster if we want to catch up with the assassin. Yes. We knows where another bodyguard is. Пошли за другим телохранителем. Kills his way up the hierarchy. He'll continue to seek bigger targets, like Castamir. Yes. Castamir is the only one who knows where the Palantir is. He must be kept alive at all costs. Так, бежим, Голум. Ускоряемся. Так, еще один здесь где-то. Вон он, наверное. Хотя хрен его знает. Вот это кто-то валяется, ребят. Вот это вот, что такое? Блин, тут слишком много орков. Как бы их завалить, а? Давайте вот отсюда выстрелим. Сейчас они будут орков грызть. Ага, так и есть. Так, а где же мне найти этого орка, а? Они, наверное, может быть, он там наверху? Смотрите, сражаются. Так, давайте посмотрим, вот здесь, может быть. Здесь с гулями сражения идут. Ну нет, здесь тоже моей цели нету. Мне кажется, наверное, наверх надо лезть, ребят. Меня засекли. Могут отравить. Готов. Блин, где же мне его искать, а? Наверх полезли, мне кажется, он наверху. Вон валяется трупак. Это он, ребята. Так, наверху. Вот этого тоже надо прибить. Так, вот труп. Wounds from a Morgul blade, just like the last one. This kill happened more recently than the other. We are getting closer. Gollum should know where the next target is. We need some more cloaks. And daggers. Смотрите-ка, гондорский артефакт какой-то я нашел. Гондорские артефакты из разграбленного большого зала Минас-Итили, разбросаны по всему морду. Найдем все и получим навык золотоискателя. Ну вот это самый артефакт. Так, Голум ждет. The Easterlings, stranger even than the Haradrim of the South, but just as vulnerable to entreaties from Sauron. Пошли дальше, парень. Another Uruk. He hasn't been dead long. We're getting closer. Closer and closer. We will take you to where the next one is.
Так, стрелы надо взять. Впереди еще группа орков. Но почему встали? Давай, веди дальше, парень. Спрятаться надо. А куда спрятаться-то, блин? Ни кустов, ни хрена нету. Куда спрятаться? Вот сюда, может быть, спрячемся. Вот, трава есть. Нам надо уничтожить патруль, а мы спрятались. Голым-то спрятался, понятно. Блин, а как его уничтожить? Скрытные атаки. Вот этого большого бы прибить. Блин, я его не убью. Эльфийская ярость. Вот этого, конечно, в бошку не прибить. Блин, придется сражаться. Казнь. Вот так вот просто, ребята. Последний остался. Гнусные орксы. Да, я самостоятельно справлюсь. Так, давайте залезем наверх. Сверху-то виднее. Вот здесь мы посмотрим. Так, вот этих бы всех, конечно, раздолбать. Давайте вот это мы вниз опустим. Звери набегут, и начнется резня. Они сами их уничтожат. Так. Где нам искать его? Там внизу, что ли? Вот он. Допросить надо. Так. Наемный убийца. Вот он. Скак. Зовут его. Боится моргайских мух. Так, ну это здорово. Это здорово. Будем с помощью мух его и мочить. Вот он, 8 уровня. Ну что, нашли? Осталось теперь его ликвидировать. Ну все, голым нам теперь не нужен. Осталось только отыскать убийцу и уничтожить его. Осталось совсем чуть-чуть. Бежим. Где-то здесь он. Вот в этой области. Так, и кажется, я его уже вижу. Вот он.
Skark. Уязвим для казни. Ну что, мы будем его с помощью мух долбать. Да, боится казни, боится проклятий. Ну, проклятий мы пока накладывать не умеем. И уязвим для зверей. Это отлично. Так что мы сейчас туда еще и зверей подманим. Давайте так и сделаем. Во-первых, вот эти вот снимаем. Мордовских мух. Плюс еще... Твою хрень, стрелы закончились. Так, он ошеломлен. Стрелы, стрелы. Где взять стрелы? Вон внизу стрелы. Меня засекли, ребята, прыгаем вниз. Стрелы нужно взять. Вон он. Вон он, сюда бежит. Он меня, походу, заметил. А, хотя нет, не заметил. Наверх полез. А, вон там меня засек и туда полез наверх. Все понятно. Ну что, будем его бить, наверное. У него половина здоровья уже нет, его мухи вон жрут. А, вон он что, неуязвим к атакам дальнего боя. Он меня засек, ребята, победить. Ну что, будем биться? Пауки сюда прибежали. Так, пауки-то за мной бегут. Блин, отравление. Блин, пауки на меня сагрились. Не очень хорошо. Вы бы лучше вот на этого уродца сагрились. Так, последнего паука уничтожили. Блин, он неуязвим к обстрелу. Бьем тогда так. Критический удар. Казнь сделаем. Есть. Подняли по... Уровень подняли, восьмой теперь. Hope his death has changed what Shelob saw from Minasithil. Minasithil will go the way of all flesh. We only need the Seeing Star. How much of your soul was lost in that ring? The Dark Mistress will be pleased. Задание выполнено. Нож во тьме. Разобрались с наемным убийцей. Ну и открыли новый навык. Угроза смертью. Idril and Castamir should be safe for now. But the siege of Minas Ithil continues. The Palantir is still... Но мы спасли Идрил, и за судьбу Кастамира пока можно не беспокоиться. Мы в тылу врага, посеять хаос в рядах Сауронова войска. У убийцы была на примете еще одна цель. Так, убить еще последнего телохранителя. Так, ой, сюда у нас гули прибежали. Давайте-ка свалим отсюда. Иногда Талиан тупит, не может запрыгнуть на область. Так, все, мы убежали от них. Так, что у нас с заданиями? Задание Шелла выполнили, теперь задание Гондора. Объединиться с Баронором и дать бой силам Мордора. Вот что меня ждет. Нужно вернуться в Минас Итиль, чтобы выиграть битву. Да, следующая серия, ребята, наверное, будет посвящена именно этому. Я еще в Киритунгале немножко поброжу, похожу. Здесь есть несколько заданий. И есть еще гондорские артефакты. Так, ну и, конечно, вот еще
Да, как я сказал, артефакты и Итильдины. Все это нужно будет мне посетить. Да, ну и, конечно же, эти вот хедиры тоже. Тут еще два хедира. Пока займусь этим. На этом видео буду заканчивать. Следующая серия будет посвящена, видите, нужно объединиться с Баронором и дать бой силам Мордора. А на сегодня это все. Ждите следующей, третьей серии «Игра Средиземья. Тени войны». Увидимся. I ought to volunteer to watch the spawning camp.